Продолжаем движение. Трассы 5. Направление на Челябинск. Автомобиль Шкода Ракет. Коробка автомат. Базовой комплектации. Радует то, что есть задние парктроники. Все остальное без. Идут интенсивные работы по замене дорожного полотна. Замена, установка отбойников, что, на мой взгляд, очень важно для такой трассы. Чувствуются заметные изменения в качестве дорожного покрытия. Работа предстоит еще гораздо больше. Огромные расстояния. Все они требуют такого же внимания. Такого же участия для нас. Тестирую две системы навигации на Vitel и Яндекс Навигатор. По сути, они неплохо дополняют друг друга. Несмотря на воскресный день, сегодня суббота вроде бы, движение достаточно плотное, интенсивное. Удерживаем движение временами тихоходы. Это, конечно, не лежит. Перевал Уральские горы – это обычная проблема. И выдвигаться на этот маршрут выше грузом без подготовки по новой части легкомысленно. Мало того, что сам водилом учится, но создает проблемы и для водителей других автомобилей. Температура наружного воздуха плюс 25, облачность. Условия движения вполне комфортные. Судя по дорожным столбикам, указателям километража, пройдена половина пути. Первая половина пути. Планировать места привала вместо ночевки не буду, потому что ситуация на дороге непредсказуема. Ремонт дороги вызывает пробки или вынужденные постои, тихоходы. Тоже сдерживает скорость движения. Сейчас на горизонте, скажем так, образно говоря, город Челябинск. От Челябинска буду планировать движение на отремонтированные участки трассы М5 на перевале Уральские горы. Выглядят, по крайней мере, очень качественно. Не везде маркировка,
разметка дорожная. Ну, это дело поправимое. Да, дорогу надо расширять, увеличивать число полос. Интересно посмотреть, что будет с пятеркой. Отправляясь в дальнюю поездку в качестве автотуриста или автопутешественника, озаботьтесь о средствах защиты от насекомых. Комары, роботы, тем более, что в Тюменской области это родина, на мой взгляд, этой мошкары. Долго не забуду прошлогоднюю летнюю ночевку возле поселка Бердюжье. Это был просто кошмар. С тех пор с собой таскаю, беру в дорогу средства защиты. Первый — это электрический отпугиватель. Ну, трудно оценить его качество, его полезность. Ну, вроде бы помогает. Такого четкого, однозначного ответа дать не могу. И второй способ защиты — это типа дезодорантов, какие-то пахучие вещества. В совокупе это все дает более-менее положительный эффект. Не забудьте. Особо опять хочу обратить ваше внимание на проблему питания в дальних поездках. В очередной раз я убедился, насколько это важно. Поэтому делюсь этой информацией с вами. Не далее, как вот вчера на ночевке, первая ночевка была, это конец третьей серии, не выдержал, решил покушать в кафе. И потом об этом очень сильно пожалел. Очень сильная изжога, всю ночь мучения. К сожалению, воды, если таки 17, обычно я с собой брал, воды не было. Пытался спастись огурцами свежими, не помогло. Утром встал, ну, встал, во-первых, плохо, во-вторых, утром встал, ноги отекшие, ну, состояние было неважное. Сегодня ночью останавливался. Значит, место мне очень понравилось. Во-первых, оно перспективное. Строится. Но интерьер внутри очень такой приличный. Стоянка дорогая, правда, но в эту цену входит и пользование туалетом, умывальником, которые тоже в довольно-таки приличном, аккуратном состоянии. Не противно зайти. Запишите координаты, если кому нужно. Это примерно
может, 50-70 километров. Радар-детектор реагирует на излучение. Где-то видеокамеры стоят. Фото или видеофиксация. В то же время Navitel молчит и не подает звука Яндекс.Навигатор. То есть необходим, наверное, комплекс интернет на трассе есть. Я подключил тариф безлимитище МТС. Но пока вот только проехал полпути, пока интернет на планшете устойчивый. Как будет дал признаки жизни XPlay навигатор. Как будет с интернетом в Тюменской области, в Омской, ну дай бог, температуру в салоне поддерживаю в пределах 18 градусов, потому что видеорегистратор Акиноре очень чувствителен к температуре. Я уже как-то говорил, что от того, что была высокая температура в салоне, он нагрелся и ушел в аварийный режим. Движение местами организовано отвратительно. Дорога разделена на две части. По левой стороне двухстороннее движение, по правой стороне двухстороннее движение. Очень бестолково. Радар-детектор периодически работает. Навигационные системы молчат. До Челябинска порядка 40-45 километров. Город заезжать не планирую. Интересно, участок от Челябинска до Кургана завершили работы или нет? Там оставались небольшие участки. Интересно будет посмотреть. Сыночка, надо уважать большие автомобили. Блять, блять, чем обгоняешь, блять, смотри, машина уже, блять, на полприцепа зашла, блять, выебываешься, блять, тюлень ебаный. Пиздец, что зашла, ты сзади был. Где мне, блять, быть, в песне, что ли, блять, олень ебаный, блять. Обмен любезностями. Сейчас остановится, блять, машины, вскрою тебя, нахуй. Включи базарь, включи на базарь, там косячий спутяра, блять, за других людей. С тобой нормально, не разговаривай, общаешься, блин, сидишь там, уёбываешься. Так она очень нравится. Зачем там радар крякал, блядь? Как можете наблюдать, чем ближе к Челябинску,
тем более развита инфраструктура и заправки, и мотели, и другие. Продажа продуктов питания. Ну, спрашиваешь там. Это предупредил Яндекс.Навигатор. Прямо Челябинск, направо на Троицк. Не понял. Странно. Так, странно. А, ну все верно, Челябинск же это, центр. Это мы на объездную пошли. И тот, и другой. Запас хода бензина на 380 километров.
посмотрим более точное расстояние до кургана. И потом приму решение в кургане заправиться или на трассе. Лучшая возможность сейчас принести. Объездная дорога Челябинска. Более-менее приличном состоянии. Местами, там, где, видать, провели ремонт. Да ё-моё. Там, где провели ремонт, пока нет разметки. Движение умеренное. Движение. Вообще объездная Челябинска довольно-таки живописная, красивая. Деревья. Одно удовольствие по такой дороге ехать. Свежий воздух. Запах свежести. Замечательно. Так, на что же он реагирует? Возможно, на чью-то Nokia. Может быть... Ох, ё-моё. Опасное вождение. Может быть, заправка где-то недалеко. Трупы погибших животных на дороге. Повторю, наверное, еще раз. Радар-детектор. Нужная, просто необходимая вещь в дальних поездках. Но у меня старенький радиус прослушивание порядка 5 километров, но недостаток в том, что он не показывает направление, где, откуда идет излучение. Сейчас есть новые радар-детекторы, такая функция у них присутствует, то есть раздается сигнал и стрелка одновременно показывает, откуда идет излучение. Очень удобно. Или показывает на заправку, там электроника управляет дверями, дверьми. Вот. Или же продают также радар-детекторы, встроенного в видеорегистратор. Ну, я смотрел картинку этого видеорегистратора. Ну, так себе, на троечку еле-еле тянет. Всякое универсальное хуже специального. То есть я считаю, что видеорегистратор должен быть видеорегистратором, радар-детектор радар-детектором, то есть все по отдельности. Это, конечно, громоздко, это, конечно, несколько неудобно, но функционал важнее. Качество. Только съехали со въездной на трассу, которая ведет на курган, с правой стороны стоянка, место кучкования девочек на трассе. Это место уже прикормленное, года 3 тому назад. Я останавливался отдохнуть немножко. Не знал, что танки там. Молодые девчата, дети практически, 14-15 лет. Очень активно
работают девочки на трассе в Татарстане. На плейлисте «Мошенники на трассе» у меня есть несколько видео. Называется «Без комментариев». Без комментариев. Это просто констатация факта. Вот вы проехали уже Челябинск, направление на Курган. Ни одного мошенника на трассе, которые торговали перстнями, цепочками и другой дешевкой, пока не встретили. Но они в основном, как мне помнится, это были в Омской области. Ой, ё-моё. Один ведь направо, другой налево. Вот, вот два навигатора, и оба дают противоположную информацию. Ну, нам нужен курган. Курган показывает взять правее. Ну, где ж налево, солнышко? Вот яркий пример сравнения двух систем навигации. Ну, я пока поверил дорожному указателю и Навителу. Потому что поворота налево, как подсказывал Яндекс.Навигатор, поворота налево нет. Там тупо, резюмируя, отправляясь в дальнюю поездку, берете с собой навигатор, один, два, не знаю сколько. И в то же время ориентируйтесь на дорожные указатели, потому что информация на навигационных системах может быть устаревшей. Более точная информация, более такая объективная, правдивая, это дорожные знаки. Одно не исключает другого. Вот был яркий пример. Диаметрально противоположные команды. Навител направо, Яндекс налево. Иван, смотри, на отпуске машинка бывает работает. Не разгоняйте, столкните здесь. Радар-детектор реагирует на АЗС. Двигаемся на курган М-51. Дорожный указатель говорит, что на курган трасса М-51. Какое расстояние? Ну, сейчас подождем. Thank you.
интерфейс на значительно лучше, чем на Вителе. Завод эти называется. Вот. Но нужно научиться настраивать. Нужно научиться настраивать. Я настроил сейчас, просто выбрал город Омск на него. Моментально проложил маршрут без проблем. Моментально просто. Но голосовой набор, по-моему, у него не работает. Ну, я думаю, все-таки нужно будет обновление, наверное, сделать. Сделаю обновление, посмотрю. Так, ну, пока продолжаем ехать по... тестировать, значит, вторую систему навигации. Или как она называется, не забыл, я понял. TourMaps, я разве не вспомнишь. TourMaps. Значит, интерфейс более подробный, более красочный, более информативный, нежели на Вителе. Это однозначно. Плюс высвечивается название дороги, название трассы. Но заправок нет. А вот на Вителе указывает заправка и мотель. На Турмапсе этого нет. Но я говорю, надо будет обновить, посмотреть уже обновленную версию. До маневр, как правильно, на Вител показывает 90 километров, TourMaps 90,9 километра. На TourMaps'е симпатичней. С ним бы еще раз забраться. Так, тут я вижу, что такое. А, заправка показывает впереди. Есть такое. Сейчас наблюдаю впереди Газпром, по-моему. Газпром нефть. Да, ГПН. С одной и с другой стороны показывает великолепно. Также показывает, он как показывает, отражается слева и справа ГПН. Также показывает и вдали, через несколько километров, по-моему, еще без заправки. Продам топливо на Газпроме. Так. Все газпромовские заправки. А что впереди? Так, посмотрим по мере приближения. Да, я уже вижу. Да,
вижу. Уже Татнефть, по-моему. Издалека расцветка, как Татнефти. Вообще нет. Так. Посмотрим, покажет ли Навител эту заправку. Башнефть. Башнефть. Слева и справа. Башнефть. Подожди. Еще какие-то значки стоят. Посмотрим, что это означает. Просто в очках плохо вижу. Он показывает здесь. Показывает лесной массив на интерфейсе. Значит, дороги в этом лесном массиве. Так, я не понял. Показывает еще одну заправочную станцию ЗС. Издалека показал так. Называется... Что такое 74? А, Сибнефть. Сибнефть 74. Ну ладно, поедем дальше. Что сказать, первое впечатление о трассе. Активно начались дорожно-строительные работы. Не ремонтные, а строительные. Будет чем заняться на привале, пока буду сбрасывать видео. Значит, во-первых, досмотреть фильм «Вий». Во-вторых, постараться разобраться с турмап. Турмап, наверное, если не читается. Турмап. Вот. Установить обновление на турмап и разобраться, почему нет голосового набора. Еще бы найти инструкцию. Так, буду разбираться с турмапом. Сейчас поставил Google навигатор. Двигаемся по Google навигатору и сопоставляем его работу с работой Навителла. Работой Навителла.
интерфейс у Google навигатора. Примерно такой, как у Navitello, но покрасочней. Покрасочней. Значит, вверху надпись. Продолжайте двигаться по Е30. Через 78 километров круговое движение. Е30. Внизу указано 19 часов 10 минут. Расстояние до финиша 1520 километров. Ну, тут есть еще иконки поиск, лупа. Поиск. Вот там поиск заправочной станции. Сейчас поставим АЗС. Ого! Сразу куча выпала. Сразу выпала куча. АЗС Газпромнефть Омск. АЗС Синтез. Ну и так далее. Значит, на дисплее отобразилась вся картинка с АЗС до Новосибирска. Как вернуться назад? Внизу иконка и надпись «Где я?». И вторая иконка «Очистить». Нажмем кнопку «Очистить». Все, она очистилась. И мы вернулись опять на карту. Идет по карте. В общем, картинка отличается немножко более красочнее, что ли, нежели на Navitello. Ну, посмотрим подсказки голосовые, как будут. Пока двигаемся. На привале попробую разобраться с штурмапом. И более подробно, наверное, попробую ознакомиться Google Навигатор. Турмап так вот просмотрел быстренько, там можно выбрать карту. Сочность картинки послабее, поцветнее, черно-белое. Там много, порядка 15 видов карт можно выбрать. Может возникнуть вопрос, почему я так озабочен навигаторами. Ну, неоднократно были ситуации, когда приезжаешь в город и не можешь по навигатору найти улицу. Хотя обновление самое последнее, самое свежее, улицу не находит. Это вот на Navitello навигатор, я имею в виду. Включал Айго Прима. На Айго он находил. Но были ситуации, когда ни Айго не находил, ни Navitello.
Поэтому мне просто необходимо иметь, наверное, как бы, как можно больше этих навигационных систем. Конечно, все подряд пихать не надо. Выбрать с понятным интерфейсом, с максимальной функциональной, как ее сказать-то, информационной такой, ну, во-первых, чтобы показывала заправки, мотели, автомойки, автомагазины, вот такое, банкоматы. Так, московское время 13:30. Местное время, не знаю, какой часовой пояс здесь, но не меньше 2 часов. Это 13:14, 15:30. В Новосибирске там 3 часа, по-моему. 15:30. Ну и до темноты примерно 6 часов. 6 часов. Через 2 часа меняю карту памяти на видеорегистраторе. Ну и едем до Укора. Вряд ли доедем до мотеля «Уют». Несколько навигационных систем, но иметь хотя бы 2 и очень хорошо в них разбираться. Картинка на Google навигаторе похуже, чем на Navitaile. Ну и еще хуже, чем на турмапе. Хотя красочная, сочная. И информация только о номере дороги. Показывает Е30. Где там сколько-то еще. Все-таки я думаю, такая мысль закрадывается, что вот этот Google навигатор, он больше для города, как и Яндекс навигатор. Потому что, ну, про Яндекс навигатор пока промолчу. Пока буду. Так, что же я хотел сказать. Значит, турмап, он, наверное, больше тоже для города. Нет, не буду забегать вперед. На привале сделаю обновление. Ну и потом более детально постараюсь изучить его. И уже сделать какие-то определенные выводы. По-моему, все-таки Google навигатор немного уступает турмапу. В чем же он уступает? Картинка на турмап более такая красочная, получше, чем на Navitaile, но, естественно, лучше, чем на Яндекс-навигаторе. И вот на Google навигаторе картинка получше. Вообще-то нет, на этом
ну, пока не буду ее трогать. На Google навигаторе, там, наверное, все-таки будет, я заберу свои слова назад. На Яндекс навигаторе, наверное, заберу свои слова назад. В плане картинки, там можно просматривать и карту со спутника. Она, может быть, будет работать более медленно, вот. Но более так красочно, более эффектно. Посмотрю на навигаторе TourMap, какие виды карт можно рассматривать. Если есть там карта со спутника, то замечательно. Но настройка на турмапе там посложнее почему-то. Или из-за того, что я ее не изучил как следует. Первый раз же включил по-нормальному. Вот. Если там есть голосовой набор, и он работает, то это есть. Это будет плюсом. Почему-то он не находит город, когда вводишь с клавиатуры. Пишет, ничего не найдено. Хотя я проверил все карты, все области России, они загружены. Тяжелые они, весят много. Но почему-то вот он в поисковике не находит. Ну, надо, говорю, опять-таки изучать. Вопрос остается открытым. Пока 100% свое мнение высказывать не буду. Просто первое. Условия движения комфортные. Облачно. Нет яркого солнца. Это плюс. Не нужно щуриться, не нужно очки одевать. Но и, скажем так, ложка дёгтя стемнеет быстрее. Сумерки наступят быстрее. Рассматривая видео, например, от Челябинска до Кургана в летнее время, если кто-то поедет вдруг в зимнее, то имейте в виду, какая обочина сейчас и какая будет обочина зимой. Вы сами прекрасно видите, что все в стороне и уже пошел откос небольшой, а дальше еще хуже, дай бог. А зимой, когда очищают снег, метра три, наверное, не меньше, добавляется, визуально добавляется ширина дороги. Но по факту вы видите, что проезжая часть будет уже. Интересно, вот на этих картах можно добавлять информацию или нет? Пока не знаю. Вот сейчас впереди вижу заправка. Что за заправка? Газпромнефть.
кажется. Нет, какой-то КТРЛ, хрен займешь. Вот, на карте, не на Вителе, не на Google навигаторе этой заправки нет, к сожалению. Ладно, подождем звуковых, голосовых предупреждений.
следующей серии постараюсь комментировать так, как вы мне советовали. Короткие предложения, основное между комментариями, если появляется пауза, заполнять ее музыкой. Не трындеть, что попало. Будет музыка. Я думаю, так будет лучше, потому что можно будет по времени максимально близко совместить видео с аудио. Ну и много хлама. Активнее участвуйте в обсуждении. Советы, подсказки, рекомендации, как сделать, чтобы максимально было интересно для вас, для зрителей. Мне посоветовали, порекомендовали живописные места не ускорять. То есть пускать в оригинале. Ну тут у меня так, на Vitel предупредил о скоростном режиме, Google Map молчит, как комсомолец на допросе. Не знаю. До развязки 34 километра. Вот. Для меня будет проблематично выбрать что-то одно. Ну вот, например, перевал через Уральские горы. Красиво, невероятно. Ну, представляете? Привет, у вас на Челябинске, вроде так, идет промп после ремонта. Чего? Слишком большой объем видео. Вот Уральские горы проезжали перевал. Ну, это примерно гигабайт. Ну, 25, думаю, не меньше. Это примерно перевал через Уральские горы. Только один перевал, одну серию. Надо будет разбить, ну, в серии на 6, на 7. Вообще, по большому счету, эти видовые фильмы нужно снимать отдельно. Отдельная аппаратура, отдельный человек, образование, чтобы у него было кинематографическое, там, режиссер или не знаю кто. Чтобы знать, ведь в любом деле, любая профессия, она имеет свою специфику, этому нужно учиться. Я сам вижу, как коряво иногда получается что-то. Но ну, тут уже, как говорится, ничего не сделаешь. Одну серию для того, чтобы... Да, на Челябинске идете под приездом машинка на прибежке работает. Чтобы одну серию сделать, например... Типа принято, но у вас там, блядь, далеко чисто. Нужно будет обрабатывать, ну, несколько дней, наверное, каждую серию. Я уж кому-то касался этого вопроса. Не помню, забыл, говорил я об этом или нет. Все это стоит, как можно оперативнее передать информацию о состоянии дорожного полотна и инфраструктуре в
что растянуть на полгода один перегон, один маршрут. Кому он нужен? А для съемки видового фильма, ну, здесь, во-первых, нужна другая аппаратура, профессиональная, с хорошим разрешением, с хорошей цветопередачей, с углом обзора, ну, профессиональная, скажем так. Вот. Нужно два человека. И снимать видовой фильм не так, как я галопом промчался, ни хрена толком не рассмотрел, а ехать специально с такой целью, снять видовой фильм, допустим, Москва-Якутск или Москва-Владивосток. Но на это потребуется не один год. Не один год. И этот фильм видовой, я думаю, очень долго не устареет. Не устареет ли вообще. Потому что практически любой регион проезжаешь, и в любом регионе вот есть такие изюминки, скажем, вот как в Башкортостане, такие вот нефтяные эти скважины, которые качают там, как жираф. Кивает это самой башкой, качалка это. В Удмуртии, вот, например, я уже говорил там, вот это скопление пунктов для приема пищи, кафе и так далее, нигде такого больше нет. Тоже изюминка. Пересекая реки большие и малые России, вот, нам вообще нужно на каждую реку, или на каждый мост, я уже не говорю про реку, ее вообще снимать отдельно нужно, там целый раздел там, вот, хотя бы день, вот снять тот же самый Енисей или Амур, ничем не уступает, а для меня, например, больше... Мне больше всех нравится Серенга, река в Бурятии. Не знаю, я, например, на нее смотрю с глазами рыбака. Хотя уже лет 10-15 удочки в руки не брал. Вот такая в душе сидит заноза. Это раз. Потом, наверное, выбирая маршрут, нужно не как я объезжать города, а заезжать в города и снимать хотя бы 3-4-часовой фильм о достопримечательностях города, каких-то вот таких особых местах. Взять вот Казань, например. Там вообще можно, наверное, месяц снимать мечети, там, олимпийские объекты, все это. Невероятно красивый город. И так можно по каждому городу. Вот еще один такой нюанс, скажем так, о трассе Мурманск-Москва. Ну вот, хотя бы не весь маршрут, а хотя бы вот от Мурманска до Медвежьегорска, где развилка, значит, на Петербург и на Вологду. Там нужно снимать, скажем так, двумя камерами. Одна вот видеорегистратор снимает трассу, дорогу. И второй экран, и вторая часть экрана, то есть экран на две части разделен. На одной картинка трассы, а на другой картинка трека, как движется автомобиль на карте со спутника. Я вот посмотрел немножко, вы знаете, я был потрясен, насколько
это земля неизвестная, земля инкогнита. Там столько достопримечательных мест и в названиях озер, и в названиях рек, и в самой, как бы, географии, что ли, вот этого, вот этой части России. Там просто клондайк для тех, кто снимает видео о природе, о культуре регионов России. По большому счету, должна быть огромная бригада, вот, огромное финансирование всего этого. Вот только при таких условиях, когда набраны люди, когда разработан план или маршрут по всей России, все маршруты взять. Машина у вас. Стоял, сука, потом машет нахуй. Дальнобойщики ругаются. Так про этого, про регулировщика, который пропускает потоки машин то в одну, то в другую сторону. Ну что, регулировщик? Ну что, на Google навигаторе отражается вот пробка. В данный момент стоим и ждем Так, указывает пробки. Значит, название дороги Е30 и Р254. Что еще можно здесь? Так, до маневра двухкругового движения 21 километр. На Новизеле то же самое, 21 километр. Этот показывает до... Да, не можем ехать. До Новосибирска 1463, и там расстояние одинаковое. Время в пути один показывает 18.29, другой показывает 12.06. Не знаю, что будем иметь в виду, что будет на самом деле. We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.